Андрей начал писать воспоминания в 1960 году. 15 лет прошло с тех пор, как он вернулся с войны. 5 лет назад был освобожден из лагеря. Ему исполнилось всего 40 лет. И он описал первые 35 лет своей жизни. год. В семье Трубецких родился 5-й ребенок. Назван Андреем. Вот как отец сам рассказывает о том времени. В 18-м году наша семья, родители и двое детей, Гриша 3 лет и годовалая Варя, переехали из голодной Москвы, из столичного неустройства в провинциальный Богородицк к сестре матери моей будущей крестной Вере Владимировне Бобринской. Родился я 4 июля в городе Богородицке, Тульской тогда еще губернии. Удивительно, что город с таким не соц и не ком названием так и остался по сей день Богородицком. Затрудняюсь сказать, как изыскивались средства к существованию родственных семей. А там жило довольно много. И Голицыны все жили во главе с дедушкой и бабушкой. Вот мы Трубецкие и Бобринские. Отец в те времена принимал участие в некой торговой операции с яблоками, которые возили в Москву продавать на рынке на Болотной площади. Операция эта была по каким-то причинам неудачна. Это я знаю по рассказам отца. Раннее детство. Что о нем можно вспомнить? Все видится не только как в тумане, но и все отрывочно. Отдельные, не связанные временем и событием, картины и картинки, впечатления, сцены, лица, которые по непонятным законам иногда даже очень ярко и отчетливо сохранила память. Осенью 1923 года, после неоднократных арестов отца и обысков, семья Трубецких, как и многие из бывших, перебралась в Сергиев Посад. Почему был выбран именно этот город, сказать затрудняюсь. Вероятно, из-за близости Москвы, да еще, возможно, еще и то, что в 20-х годах в этом городе осело много семей бывших, и не только титулованных, но и просто старой интеллигенции. Всех их тянуло туда, думаю, Троице-Сергиевской лавры, большая святыня. Память сохранила такие фамилии тогдашних жителей города: Алсуфьевы, Истомины, Нарышкины, Комаровские, Раевские, Иловайские, Огневы, Воскресенские, Свешниковы, Вишняковы, писатель Пришвин, Фаворские, Флоренские. Такая концентрация бывших, да еще и общающихся между собой, не могла не привлечь внимание тех, кому это положено. Обосновались мы на огородной улице, которая упиралась в чистое поле. Этот район города назывался Красюковкой и располагался за железной дорогой. Снимали верх двухэтажного дома, 3 комнаты, террасу и расположенные здесь же чуланы. К дому примыкал большой сарай с туалетом общего пользования, а сзади огород, который мы почему-то не возделывали, и он зарастал крапивой и лопухами. Самые ранние воспоминания связаны с домом на огородной улице, окраине Загорска. Двухэтажный, наполовину каменный дом, весь второй этаж которого занимала наша семья. Тогда он мне казался необъятным, полным таинственных закоулков. Уже взрослым я увидел его невзрачным, приземистым, тусклым. Следует сказать, что в те времена еще сохранилась и поддерживалась добрая традиция общения между людьми своего круга. А вот и отклик на эти общения. Это документ из уголовного дела на отца, арестованного в 25-м году. Рапорт. Настоящим доношу до вашего сведения, что по полученным мною сведениям от гражданина Зайчикова, проживавшего по Бульварной улице, собственный дом, в том, что в его доме проживает на даче бывший фабрикант Вишняков, что у последнего собираются следующие лица. Как-то князь Голицын, бывший московский городской голова, в данный момент проживает в селе Глинках.
Князь Трубецкой проживает на Огородной улице в доме Осипова. Граф Алсуфьев проживает на Валовой улице в доме бывшего Горяина. Шик проживает на Бульварной улице в доме Новожиловой. И Истомин, сын бывшего дворцового коменданта. Был случай на Троицын день. Они вели таковое собеседование по вышеозначенному адресу за скромным чаем до позднего времени. Вели довольно тихий интимный разговор, подслушать не представлялось возможным, а посему ввести соответствующий вывод. Никитин, 12 июля 24 года. С этого доноса и началось дело отца о принадлежности к контрреволюционной организации. Отец просидел месяц и был отпущен, так как, кавычки, выписано мною, произведенным расследованием материалов о принадлежности Трубецкого Владимира Сергеевича к упомянутой высшей группе не добыто. А вот что написано в дневнике деда. Поражены были известием об аресте Трубецкого и других в посаде. Сидел дома и писал философский этюд. Нехорошо было на душе. 26 января 25 года. Родители, главным образом, конечно, мать, довольно много времени могли отдавать воспитанию детей. Помню ее домашние уроки английского языка, разговор с нами по-французски. Естественно, что мать занималась и нашим религиозным воспитанием. Читала нам священное писание, а на ночь мы все вместе с ней вслух молились. Отец читал нам, конечно, реже, чем мать, и более серьезное, рассчитанное на более взрослых детей. Все мы имели прозвища, надо сказать, довольно меткие. Гришу за худобу и болезненность, он всю жизнь с малых лет страдал бронхиальной астмой, прозвали «соломенные ножки». Варю за длинную шею – гусыней. Татю – тациллой или бациллой. Это уже для рифмы. Также для рифмы появился Андрей Пендрей, который позже был переделан Гришей на французский лад «Пендрие» с добавлением «вонючее». Одно время у меня что-то не ладилось с животом. Ирина – монашка или монахиня. Однажды в церкви эта маленькая девочка пошла было в боковую дверь алтаря, куда могут входить только монахини. А Владимир я уже упоминал, Наполеончик, а он действительно на Наполеона был похож. Сергей Озера за свои огромные глаза. Общее благоденствие с ликвидацией НЕПа стало кончаться. Нам грозит голод, хлеба нет, записал в дневнике дедушка 5 июля 28 года. А вот что пишет тетя Анночка Голицына в Париж своей дочери Лине Осоргиной. Очень жалкое положение Трубецких. Очень уж у них не хватает жалования Владимира. Я приехала как раз, у них не было дров, почти не было картофеля. А уже об жирах и не говори. Был пустой суп, вода с картофелем, а на второй картофель с солью. Я привезла от Вовика, это брат матери, 20 рублей дедушке, но пришлось отдать Трубецким. Купили воз дров и картофеля, и конину, в скобках лошадиное мясо. Французы не понимают, что такое конина. Повсеместный голод усиливался, и в городе открылся магазин под названием «Траксин». Однажды отец пришел домой, нагруженный кульками с крупой, мукой, какими-то жирами. На вопрос матери «Откуда?» он молча показал кисть правой руки уже без обручального кольца. Когда я перешел в белую школу, а там в Сергиеве было две школы, красные по цвету, кирпичные, и белые, старая гимназия, оштукатуренные, выкрашенные в белый цвет. Переводных экзаменов тогда не было, и меня хоть и с трудом переводили в следующий класс. Но вот, оканчивая шестой класс и еле-еле набирая переходной балл, я начал задумываться о своих знаниях, о своем будущем. Что меня подвигнуло на это, почему так произошло, сейчас мне трудно ответить. Но я стал, как говорится, браться за ум и сделал это довольно оригинально. Я подал заявление, чтобы меня оставили на второй год в шестом классе. Играли ли в этом какую-либо роль родители, не знаю. Не могу что-либо припомнить. Я почему-то очень захотел попасть в образцовую, а с моими тогдашними отметками это было, конечно, невозможно. В ответ на мое заявление меня вызвал директор новой школы. Содержание разговора я не помню, а результат получился такой. Меня, окончившего 6 классов, приняли вновь в 6 класс. Я сейчас думаю, что этот мой шаг, задержка образования на 1 год, имела более глубокое и важное значение. Дело в том,
что тогда было официальное ограничение на образование по признаку социального происхождения. Неполное среднее, 7 классов, можно, а полное, 10, нет. Об этом я тогда не думал, да и не знал этого. Но задержка на 1 год сыграла роль. Окончив на год раньше, 7 класс, я бы не смог поступить в 8. Тем не менее, это ограничение все же задело меня, хотя и не фатально. Но об этом уже во второй части. Это был, по-моему, 3-4 поезд, который я очень хорошо помню. Часов 3 ночи, сухой властный стук в окно и тревожный шепот родителей. Господи, опять! Надо идти открывать. И вот валиваются с мороза эти военные. Я уж не помню их сколько было. Нас велели всем подняться с постели. Мы, ребятишки, даже веселились, так с кресла на кресло перескакивали и... Удивляло это спокойствие родителей, такое каменное спокойствие, совершенно как будто это обычное дело. Вот. И это как-то нас успокаивало, и не было тревоги никакой у нас. Мы тогда маленькие были. После этого был еще арест, арест 34-го года, арест его и старшей сестры нашей, Вари. Ей было 17 лет, девчонка совсем была. Их выслали на вольное поселение в Андижан, в город Узбекской ССР. Весной 1934 года жизнь Трубецких резко изменилась. Вслед за высланным отцом и старшей сестрой Варей семья переехала в Среднюю Азию, в город Андижан. О существовании Андижана младшие Трубецкие впервые узнали из открыток, которые присылали отец и Варя. В школьном учебнике географии они прочли, что есть такая страна, Средняя Азия, Узбекистан, с ее непривычными географическими названиями, которая на несколько лет стала реальностью. В тот год в Сергиевом Посаде Андрей заканчивал 6 класс. Заканчивал достаточно успешно, и в июне должны были быть переводные экзамены, но... Теперь эти экзамены он должен был сдавать осенью на новом месте. Поселились Трубецкие на улице Кызыл-Караван. И однажды вечером хозяин дома принес блюдо, наполненное черешнями и белым урюком. Это особый сорт абрикосов, удивительно нежные, светло-желтые, крупные плоды. Когда такой переспелый плод падал с ветки на землю, то оставалась кашица с мякоти с косточкой посредине. Меньше чем через месяц после приезда в Андижан, а именно 12 июня 1934 года, появился на свет младший брат, и с легкой руки сестер очень скоро Георгий превратился в Готьку. И таким и остался на всю жизнь. В Андижане отец продолжал кормить семью тем, что он работал музыкантом в ресторане, но одновременно он сотрудничал в Узбекском государственном драматическом театре. Он, например, написал музыку к трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Уже подросшие старшие члены нашей семьи, старший брат и старшая сестра, они работали. Брат работал киномехаником, сестра старшая работала то секретарем, то зоотехником. Первое лето андижанской жизни выдалось для детей Трубецких довольно трудным. Сестра Ирина и младшие братья Владимир и Сергей пошли учиться в соответствующие классы. Андрею осенью 1934 года надо было сдавать экзамены. Сдавать – значит готовиться.
Андрей записался в школу, находившуюся почти на краю города, то есть довольно далеко от дома, где познакомился со сверстниками, которым также предстояло сдавать осенние экзамены. В своих воспоминаниях Андрей напишет: «До сих пор не пойму, как это я, совершенно в новой и очень интересной обстановке чужой страны, а для нас Узбекистан был действительно чужим миром, страшную жару с массой соблазнов вокруг, я находил время для занятий». Осенние экзамены были успешно выдержаны, и началась учеба в 7 классе. Класс принял Андрея без предубеждения. Никто не спрашивал, почему Трубецкие появились в Андижане, почему они покинули Россию. Что это было? Проявлением такта? Да, пожалуй, нет. Ни до, ни после Андрей не встречал такого стремления к перемене мест, как там. Семьи все время приезжали и уезжали. Поэтому появление нового ученика было совсем делом обычным. 7 класс Андрей окончил успешно, сохранилось свидетельство на узбекском и на русском языке с отметками, которые он получил в том году. Только по узбекскому языку было удовлетворительно. Остальные хорошо, очень хорошо и отлично. Ну, я бы здесь хотел еще вот что сказать. Вот что были за люди наши родители, как они нас воспитывали. Родители были наши очень религиозными людьми, особенно мать. Она была чрезвычайно такой доброжелательный, мягкий человек, отзывчивый. Мы жили в старом городе, у него установились очень хорошие дружеские отношения с узбечками, которые по-русски как следует не могли разговаривать, но они инстинктивно чувствовали вот эту доброту, отзывчивость нашей матери. Если сказать вот о нашем воспитании, родители все-таки они, ну, никак не воспитывали у нас двоемыслие. Единственное, может быть, двоемыслие было в религиозном плане, потому что школа нам говорила одно, а нас воспитывали именно в религиозном духе. Но помимо этого нас воспитывала, конечно, улица. Все наши приятели это были на улице, и нас воспитывала школа. В общем, в Андижане мы жили неплохо. Срок ссылки сестры кончился, она собиралась уезжать. Отец уже строил планы, где мы поселимся после того, как и кончится его срок ссылки. Но тут грянул 1937 год. Летом были арестованы отец, сестра старшая, Варя. А через некоторое время вторую сестру, Александру, пригласили в НКВД. И она не вернулась оттуда. А еще через некоторое время был арестован старший брат Григорий. Так что вот это вот лето 37-го года, это четверо из нашей семьи были арестованы. Скоро мы узнали приговор. Отец и сестра получили 10 лет без права переписки. За этими словами скрывался расстрел. Старший брат и сестра получили по 10 лет лагеря. Они получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Сестра Александра, она сидела в лагерях Северного Урала. А брат Гриша, он тоже 10 лет получил, он сидел в томских лагерях. И он был несчастный человек с самого рождения, он был астматик. Так что его судьба, конечно, была очень тяжелой. И потянулась осиротелая, безрадостная жизнь. Шли редкие письма от Тати и Гриши, от отца и Вари. Не было никаких вестей. Весной 1939 года остатки семьи во главе с матерью принимают решение переехать из Средней Азии поближе к Москве, к родным Голицыным, Веселовским, Бобринским, которые принимали в судьбе Трубецких самое живое участие. Трубецким разрешено было жить не ближе, чем в 100 верстах от Москвы, поэтому был выбран город Талдом. Вот что пишет о том времени Андрей.
Лето 1939 года пролетело в делах приятных. Я вновь знакомился со своими родственниками. Многих я знал только мальчишкой, а многих вообще никогда не видел. Особенно притягивал меня дом Голицыных в Дмитрове. Такие родственные и симпатичные дядя Миша и тетя Анночка. Мой двоюродный брат Владимир, старше меня на 20 лет, остроумнейший человек. Милейшая, гостеприимная мать Елена. Кубецки наиболее получили сильнейший удар от советской власти из всех семей. Самый сильный. Самый сильный удар, ужасный, как бы дикий, несправедливый и так далее, и так далее. А так как почти всех, многих я знал, просто дружил лично. С Годькой мы рубили дрова, кололи у Веселовских. Он такой маленький, зимой. Такую гору дров наваляли. Вот он у меня маленький. Тут у меня была проблема, что делать с Георгием, с Готей. Потому что он родился в Андижане. А я его нарисовал в Сергиеве Посаде. Но я решил, что все равно это правильно, чтобы его сюда, чтобы вся семья была. Ну, Володьку я любил, Иринку я влюблен был, когда ей было 16, а мне было 13. Как-то, когда она появилась, девушка такая была, красивая, она и в конце жизни была замечательно красивая. Сережка, ну, барон, старинный дворянский фамилия. Его эти монологи в Дмитровской школе, это же было, он ходил, вся школа сбегалась в коридор, когда он барона изображал. Вот, тетю Элю я знал, когда они приехали уже из Андижана, и перед Талмудом, они у нас жили. Андрей появился в какой-то момент уже в форме, так что всех я чувствовал как бы, но девочек вот этих старших я мог видеть, вернее, я видел их, но я был такой маленький, в Котове. Есть фотографии такие, две девочки Трубецких, вот Татя и Варя, в Котове, не в Хлебнике, а в Котове. И я там, ну, совсем маленький, я их не помню. Гриша приехал после ссылки к нам в Дмитров, какое-то время жил. И у меня есть такой набросочек, мы играем что-то мино с ним. Потом он был в Малоярославце, я его навещал там. Вот, а дядя Владимир, он был просто мне близок по этим журналам. «Всемирный следопыт» по дружбе с отцом. Я о нем тоже знал. И знал Сергиев Посад, где они жили. Вот это вот какой-то момент, вот я, по-моему, вот такое ощущение сна. К концу лета Андрей подал заявление о приеме на физический факультет МГУ. Ему посоветовали поступать на заочное отделение. Андрей подал документы и был принят на первый курс физического факультета Московского государственного университета. А 1 сентября 1939 года Германия объявила войну Польше, и началась Вторая мировая война. Тогда же вышел закон о всеобщей воинской обязанности, и для Андрея стал реальностью призыв в армию. Октября 1939 года Андрей Трубецкой
получил повестку о призыве в армию. Он съездил в город Талдом. Для матери это была нечаянная радость, как, впрочем, и для самого Андрея. Жили Трубецкие тогда туговато, если не сказать бедно. Мать зарабатывала, печатая на машинке. Еще работала сестра Ирина, и было трое мальчишек. Володька, Сережка и Годька. Да, надо было посылать посылки Грише в анжеро-сунжинские лагеря и Тате в лагерь под Соликамском. Об отце и старшей сестре Варе так ничего и не было слышно. В назначенный день Андрей вместе с матерью прибыл на сборный пункт призывников. Мать перекрестила сына, и они расстались. Так для Андрея началась служба в армии, которая продолжалась, правда, с небольшим перерывом, до мая 1946 года. Началась война, и здесь один за одним братья пошли на фронт. Пошел первый, значит, Андрей, 39-й год, потом пошел Володя, 42-й, потом пошел брат Сергей, воевал в танковых частях, орденоносец, тяжело раненый. Военная судьба Андрея сложилась непросто. Начало войны он встретил в карауле. Размеренная армейская жизнь закончилась, и военный городок забурлил. Новобранцев одевали, вооружали и тотчас же, не задерживая и дня, отправляли на запад. Из боксов, всегда закрытого гаража, располагавшегося вблизи, стали выезжать бронемашины и направляться на станцию для погрузки. Началась война. Ну, моя судьба сложилась военная, надо прямо сказать, сложно. С первых дней я был на фронте, звание у меня было сержант. Очень скоро под Гдовом дивизия попала в окружение, я был тяжело ранен, попал в плен. Что такое немецкий плен, говорить не надо. Через некоторое время я оказался в лагере в Вильне, в очень тяжелом состоянии. И вот тут произошло чудо. Андрей уже начал понемногу ходить, и однажды во время такой прогулки к нему подошла медсестра и стала спрашивать, а как зовут его отца, как зовут мать, а нет ли здесь каких-либо родственников. Андрей знал, что под Барановичами живет дальний родственник, дядя Поля Бутенев. Отвечая на вопросы, на всякий случай он спросил, чем вызван такой интерес. На что медсестра ответила: «Да так, просто интересуюсь». А через некоторое время Андрея вызвали на первый этаж, ввели в комнату, где сидел немец и незнакомый, хорошо одетый мужчина. Когда Андрей вошел, незнакомец встал и сказал с улыбкой: «Здравствуй, я твой дядя». «Меня нашел дальний родственник. Трубецкой Михаил Григорьевич, о существовании которого я совершенно не подозревал, и он меня взял на поруки». Так как ранение было достаточно серьезно и до полного выздоровления было еще далеко, Михаил Григорьевич Трубецкой решил отвезти Андрея к Аполлинарию Константиновичу Бутеневу, тому самому дяде Поле, в родовое имение Щерса. Поздно ночью грузовик, в котором ехал Андрей и его спаситель, остановился около какой-то ограды, подмораживало. Когда они зашли в дом, к ним приблизился пожилой, сутулый, улыбающийся человек, и дядя Миша представил Андрея: «Вот твой племянник». В имении Щерса Андрей много гулял, набирая силы. В какой-то момент он стал помогать по хозяйству, работая на складе. Весной 1942 года в имение приехал сын дяди Поли, Михаил, с которым Андрей очень сдружился. Приехал Михаил и Трубецкой князь Андрей сюда, в Щерсы. Михаил и Андрей на свадьбе были моего старшего
брата 14-го года. В церкви здесь свадьба была. Они были вдвоем на свадьбе. А потом Михаил уехал, а Андрей, князь Трубецкой, остался и работал кладовщиком, вот где были амбары. Вскоре появились первые слухи о партизанах, и польских, и советских. Немцы стали арестовывать и отправлять в лагерь ранее отпущенных пленных. Относительно благополучная жизнь в Щорсах заканчивалась, и обитатели усадьбы приняли решение перебраться в Кенигсберг. В начале 43-го года к нам приехал Андрей Трубецкой. Приехал он из имения дяди Поля, товарища Бутедева, да, с ним, значит, приехал Аполлинарий Константинович, дядя Поля, Миша Трубецкой, который спас фактически Андрея, и Миша Бутенев. И вот они, значит, все поселились у нас. Андрей поселился в семье профессора Кенигсбергского университета Николая Сергеевича Арсеньева и очень быстро подружился с племянником профессора Сергеем Балуевым. В Кенигсберге я начал готовиться к партизанам. Ну, здесь надо сказать, что вот школа, когда мы росли в школе, и улица, и все воспитание наше, сделала так, что я был патриотом, искренним патриотом своей родины. И вот все то, что случилось с нашей семьей, вот это вот репрессии, я это полностью относил на карательные органы, отделяя их, так сказать, от советской власти. Я был патриотом. Больше того, я считал, что когда я вернусь, ведь кто я? Происхождение. Пол семьи репрессировано. Родственники эмигранта за границей. Я с ними был. Я был в плену. То есть масса моментов самых-самых отягчающих. И я, в общем, себе здраво, так сказать, рассуждая, отдавал отчет, что, наверное, так сказать, мне придется какой-то ответ держать. Андрей понимал, что партизаны – это единственный путь домой, к семье, к матери. Вместе с Сергеем Балуевым они нашли единомышленников, также преданных родине и мечтавших вернуться домой. Мы постепенно начали, вот получилось так, значит, вот этот Петр Хомотин, значит, Андрей, я, и мы начали совершенно уже серьезно, так сказать, готовиться к побегу в партизанский отряд. Но как, куда? Это тоже непростой вопрос был, конечно. Значит. Весной 44-го года мы бежали. Бежали мы в Северную Польшу, там такой район Августовская пуща, огромные леса, вот туда мы бежали. И первые партизаны, в которые мы попали, это были польские партизаны. Лондонская ориентация, это была армия Краева, так называемая. Но нас очень хорошо приняли, очень хорошо приняли. Нам сказали, принимайте присягу, хотите нашу, хотите вашу, мы наш помнили. Я гражданин Советского Союза, перед лицом своих товарищей даю торжественные обещания и так далее, и так далее. Оружие нам они дали. Оружие, правда, такое весьма низкокачественное, но тем не менее. А скоро, довольно-таки туда, в эту Августовскую пущу, пришел наш советский партизанский отряд, и мы перешли в него. А когда подошел фронт и перекатился через наш фронт, мы оказались уже в нашем тылу, и очень скоро партизаны превратились в солдат уже регулярной армии и попали на фронт. В воинской части у бывших партизан появилась возможность отправить домой письма. «Когда предложили написать, у меня в горле пересохло от волнения», — пишет Андрей в своих воспоминаниях. «О, миг долгожданный! Я написал в Талдом матери и в Москву, Бобринским, письма коротенькие с сообщением о здравии и благополучии». Через некоторое время Андрея вызвали в комендатуру. Пришел ответ на его письма. «Я с внутренним волнением и даже каким-то чувством страха пошел на эту встречу», — пишет Андрей. «Что я сейчас узнаю? Как там дома? Что с ними? Как мать?» Писала двоюродная сестра Соня Мейн. «Я читал в каком-то тумане, столбнике».
память где-то механически фиксировала. Мать была арестована и скончалась в тюрьме. Умерла моя сестра Татя, любимая сестра, арестованная еще в 1937 году. Об отце и старшей сестре, пропавших в том же году, ничего не было слышно. Старший брат Гриша продолжал сидеть в лагере под Томском. Два младших брата, Владимир и Сергей, в армии. Владимир на фронте. Сестра Ирина работала в почтовом вагоне. Самый младший брат Георгий находился в лесной школе после сыпного тифа. В голове стояло одно. Мать. Мать умерла в тюрьме. И это было страшно. Дни для Андрея потускнели, ведь все эти годы его тянули домой две силы – мать и родина. Одной не стало. «Возвращался я в состояние оцепенения», – пишет Андрей. «По дороге машинально зашел на почту. Там было два письма от сестры Ирины и от моей троюродной племянницы. Письмо Ирины было таким же тяжелым и безысходным, как и письмо Сони. А вот письмо Еленки, как светлый лучик, кусочек ясного неба на черном небосводе. И хотя она писала о том же, дух письма был, как это ни странно, каким-то мажорным. Да, вот многих, самых близких, дорогих нет, но надо жить для живых. Это письмо я перечитывал все время». Андрей хорошо помнил ее по встречам с их семейством в 1939 году. Это была тихая, не то девочка, не то барышня, 15 лет, ходившая в музыкальную школу. А теперь ее письмо вселяло в душу свет и надежду и возвращало силы идти дальше тяжким военным путем. Я воевал сначала в Восточной Пруссии, потом под Берлином. Еще раз был ранен, правда, уже легко. Кончилась война, и в 1946 году я демобилизовался. Мечтая о возвращении домой, Андрей всегда мысленно представлял, как будет ехать на Трубниковский к Бобринским, к дяде Коле и тете Машеньке. Когда братья стали возвращаться с фронта, они тоже там жили. Всем делились. И карточная система была, последним куском, все, Бобринские. Это люди, без которых ничего бы мы не смогли бы добиться в жизни. Потому что не только они нас спасли от голодной смерти и оказали помощь в первые тяжелые дни войны и после войны. А действительно, они нам поставили нас на ноги как людей. К моменту появления Андрея в 1946 году у Бобринских уже жили вернувшиеся из армии два его брата, Владимир и Сергей. Расскажу, как мы все собрались, уже вернувшись из армии, поселились у Бобринских. Значит, Андрей, я, Сергей, потом племянник тети Маши, Бобринский, потом ее сын, и все это на одной площади. И все мы готовились к экзаменам тогда. Жили мы там и на полу спали, потому что мест не хватало, а один спал на шкафу. Его так и звали, Коля Двухпалубный.
Очень скоро Андрей встретился со своей троюродной племянницей Еленкой Голицыной. С этого момента они стали довольно много времени проводить вместе. Она заканчивала второй курс архитектурного института, но это не мешало им ходить в театры и на концерты. У Андрея начались малоприятные хлопоты. В послевоенной Москве так просто уже не прописывали. Кто-то надоумил Андрея, что надо попросить профессора Бобринского написать справку о том, что он, Андрей, до войны проживал в Москве. После того, как Андрей был прописан в Трубниковском переулке, дядя Коля Бобринский предложил помочь восстановиться в университете. Но не на физический факультет, а на биологический. Андрей согласился. Он был принят как участник войны, орденоносец, имеющий ранение, отличник. 1 сентября, еще не придя в себя, вошел в большую зоологическую аудиторию и сел рядом с красавцем. И этот красавец в два раза меня выше. Он был в усах, он был гвардеец, он был прекрасен. Он был еще в военной гимнастерке, он меня посмотрел. Так вот, и стал ко мне приглядываться со свойственной трубецким деликатностью. А я на него смотрел в потрясении, с кем же я рядом сижу. Потом мы так и сидели рядом. Мы продолжили это сидение весь первый курс. Весной 1947 года Андрей стал устраиваться в морскую экспедицию на Дальний Восток. Ее организовывал Ленинградский зоологический институт Академии наук. Андрею предложил поучаствовать в экспедиции давний знакомый семьи Трубецких, преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных Кирилл Александрович Воскресенский. Успешно сдав экзамены, в июне 1947 года Андрей в составе Курило-Сахалинской экспедиции выехал во Владивосток. Группа Воскресенского должна была двигаться к южным островам Курильской гряды. Остров Шикотан, Итуруп, Кунашир, вулкан Тятя. Верхушка его срезана, и из нее торчит небольшой конус. Конус этот поднимается со дна кратера. И вулкан, и море являли собой зрелище величественное, пишет Андрей в своих воспоминаниях. Был абсолютный штиль. Пламя свечи на палубе, где мы расположились ужинать, горело, как в комнате, без малейшего движения. Вдали мерцали огоньки и доносилась музыка из репродуктора. Баркаролла Чайковского. Сбоку маячили огни соседнего судна. В середине ноября 1947 года экспедиция вернулась в Москву. До Москвы добрались благополучно. На Ярославском вокзале Андрея встречали Еленка, братья Владимир, Сергей, Готька и старший брат Гриша, недавно вернувшийся из лагерей под Томском. Как он пережил весь свой 10-летний срок, непостижимо. Стараясь наверстать отнятое войной время, Андрей с удвоенной силой окунулся в учебу. «Ну что, тебе так важно пятерку получить?» «Да, мне важно», — он говорил. «Тебе нужно обязательно пятерку?» «Нет, важно». И добивался, чтобы там, где можно, чтобы было безупречно. Андрей говорит: «Знаешь, есть хорошая задача. Давай поедем на Болшевскую биостанцию и будем подо льдом искать улиток. Надо найти водоем. Водоем Болшевской биостанции. Там Клязьма и какие-то еще пруды. И вот такой толщины лед. Зима была страшенная. Мощная зима. Но да ничего, мы вырубим проруби и будем там с очком вылавливать улиток». Я думаю, он ясно понимал несерьезность этого дела, но я не понимал, то я был в полном восторге. Нина Кибардина, Наташа Смирнова, Андрей Трубецкой и Симон Шноль. Андрей сказал: «Это будет, а давайте образуем академию. Она будет называться Кибсмиштру». Себя он назвал всенепременнейшим секретарем этой академии, а меня сделал президентом. Наступил 1948 год.
Андрей прилежно учился, получая пятерки и, как следствие, повышенную стипендию, которую отдавал Бобринским. Роман Андрея и Ленки зашел так далеко, что было принято решение летом играть свадьбу. 21 июля 1948 года Андрей Трубецкой и Елена Голицына обвенчались в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. Я Андрей, конечно, любила, уже потому что он мне рассказывал свои походы. Где-то мы ходили под загородом, там где-то. И он мне, вот это то, что в книжку попало, он мне просто вот несколько дней рассказывал вот так. Он не мог остановиться, а я слушательница. Уж мы так подружились, все так радовались. Как хорошо-то. Все хорошо, и эти радовались, и эти радовались. Тети Ели уже не было, Трубецкие только сыновья были. И вот состоялось венчание. Весной 1949 года Андрей успешно сдал экзамены и перешел на третий курс. Он стал готовиться к экспедиции на Черное море, но судьба распорядилась иначе. Дело в том, что с момента, как Андрей пришел с фронта, его неоднократно вызывали в Министерство государственной безопасности. Он много раз писал свою биографию, его постоянно спрашивали о родственниках, живущих за границей, и в конце предложили работать на органы КГБ. Но Андрей всегда отказывался. Говорил, что эта работа не для него, что он сейчас учится, вот и в экспедицию собирается. Случайно или нет, но из всех участников экспедиции только ему не разрешено было ехать. «Сложные чувства охватили меня», — пишет Андрей. «Чувство какой-то социальной неполноценности и чувство сгущающейся опасности». В 1949 году я был арестован. Аресту предшествовала вербовка меня в секретные сотрудники госбезопасности. Ну, меня неоднократно вызывали, мытарили. Так сказать, был и пряник, был и кнут. Я отказался. Наступил сентябрь 1949 года. Я вижу, Андрея нету. Занятия начались, а его нет. Начал дергаться, спрашивать, что, как, что он в экспедиции, вот это, с этим же шутить нельзя. Нижний зал зоомузея, вижу Лена. Я, не видя ее лица сначала, к ней бросилась со словами, ну что же надо и думать, как можно опаздывать на такие, в такой ситуации. Когда я посмотрел на ее лицо, мне стало все ясно, она мне ничего не сказала. Она пошла в деканат, какие-то там документы, наверное, добавить. Постановлением особого совещания я получил 10 лет за измену родине. А тогда, когда мне объявили 7 января на Лубянке, мне вдруг показалось, это же Рождество. В этот день не может быть ничего плохого, так совершенно ясно. Отбывал этот срок я в Джасказгане, центральный Казахстан, медный рудник. Это спецлаг. Ну, что такое спецлаг? Это ношение номеров, оплата труда только кормежкой, никаких свиданий с родственниками, два письма в год. Два письма в год, а 94 их. О, какой хитрый папочка. Он там со всеми дружил.
он же уже фельдшером был. Первый год, даже 250-й год, он в конце пишет: «Ведь я же фельдшер», и все время вспоминает субботу. Я его научила, что я иду в субботу в Орле с 6 до 8, а ты иди по своим часам. Так он каждую субботу был со мною в нашем храме. В лагере Андрей работал сначала в карьере, позже в лагерном лазарете. Его снова пытались вербовать секретные сотрудники ГБ. Он решительно отказался, за что был отправлен в режимную бригаду. В этой лагерной тюрьме отбывали свои сроки такие же, как Андрей, политические заключенные, не признавшие своей вины и не идущие ни на какие сделки с лагерной властью. Здесь Андрей познакомился с человеком удивительной культуры, профессором Владимиром Опелем. От Опеля, многоуважаемая Лена Владимировна, копия. Скромная сдержанность выражений своих чувств, столь характерная для Андрея Владимировича, не позволила ему поручить мне передать вам выражение его чувств. Я осмелюсь только сказать вам о том нежном блеске в глазах и легкой дрожи в голосе, которым сопровождался показ мне ваших фотографий. Простите меня великодушно это дерзкое прикосновение к самому заветному. Вот с этим он рядом был сколько лет в этой страшной зоне. Трубецким везло на жен. Вот Екатерина Ивановна Лаваль, княгиня Трубецкая, поехала к мужу в Сибирь. Там она с ним виделась, могла поцеловать его кандалы. Ко мне тоже в 51-м году приехала жена. Я ей, правда, писал, что свидания здесь не разрешены, но она надеялась как-то все-таки пробиться. И вот она приехала. Ну, тот день я очень хорошо помню. Повторяю, что это самое яркое впечатление всей моей жизни. Это как удар молнии, осветивший все. Мы были на работе, копали котлованы. Мне вдруг мои собрегадники говорят: «Слушай, Андрей, а не твоя ли там жена около вахты стоит?» Я вскочил, побежал. И смотрю, да, действительно, метрах в 30 от меня за проволокой стоит моя жена. Ну, я мог только несколько слов ей крикнуть, и в этом все было наше свидание. 29 да, августа 51 года, когда нам свидание не дали, мы просто увиделись издалека, совершенно случайно, могли бы не видеться, так я бы и уехал. Это Андрей мне прислал, когда мне разрешили наконец передачу-то дать, рюкзак этот я напихала, всего хлеба там и отдала. И этот вернул пустой рюкзак и вот эту записку. Все получил. И тут же вылетает этот его страшный начальник и говорит: «Вернуть посылку. Кто вам разрешил? Что разрешил?» А я совершенно спокойно. Я говорю: «Мне начальник разрешил». «Я его начальник, не разрешаю вернуть». И вот такой. Ну, в общем, уже, понимаешь, он получил. И уже не вернул. И уже поблагодарил, что все получил. Все-все получил. Целую, большое спасибо. Ну вот после смерти Сталина система спецлагерей начала ломаться. И уже в 54-м году ко мне жена приезжала, и у нас было самое настоящее, хорошее свидание, которое довольно долго длилось. А в начале 55-го года мне снизили срок до фактически отбытого, 5,5 лет. Я все эти годы писал заявления, протестовал против того приговора 10 лет за измену родине. И вот только отклик получился в 55-м году. Я вышел на свободу. Андрей, когда освободился, он дал телеграмму нам: «Буду там такого числа». Встретили Андрея высокого, красивого, с сидором за плечом так накинутым. Он стройный, высокий, красивый. И вот ты говорил, что его берегла судьба от всяких выстрелов в спину там и так далее. И здесь его сберегла. Мы со страшной скоростью летели по гладкой
дождичек, по-моему, был, смочил дорогу. Летим мы по шоссе, торопимся домой и съехали в Долинку, это центр карагандинских лагерей. И при первом же повороте у нас слетает переднее колесо. И мы, значит, вот так, ну, поворот, так сами понимаете, скорости нет. А если бы это колесо слетело на асфальте, да такие вот кювета. Вот, пожалуйста. Мы быстро перемонтировали, Андрей там крутил эти гайки, перемонтировали колесо и доехали 4 километра, вот наш поселок геологический был от Долинки знаменитый. На следующий день договорился с машиной, грузовая машина шла с этим, с кузовом, с тентом. И машина шла, остановилась против нашего дома, Андрей забросил туда сидр свой, заскочил с заднего борта сам, и машина уехала. Андрей был освобожден из лагеря Джасказгана 31 января 1955 года. 23 февраля того же года в 6 часов вечера он приехал в город Орел к жене Еленке. Они были в разлуке 5 лет, 6 месяцев и 8 дней. Через 2 года он получил бумагу о том, что дело по его обвинению пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР. И постановление особого совещания при МГБ СССР от 7 января 1950 года отменено, а дело за отсутствием состава преступления прекращено. Для них с Еленкой началась новая жизнь. Ну а что было дальше? Довольно скоро Андрей с Еленкой перебрались из Орла в Москву. Первое время они жили в маленькой баньке в Новогиреево. Именно там, в 1956 году, родилась дочь Елизавета. К этому времени Андрей восстановился на биологическом факультете МГУ. Окончив университет, в 1957 году Андрей окунулся в науку. Его специализация – физиология сердца. Он работает над проблемой применения аппаратов искусственного кровообращения при операциях на живом сердце. 1958 год. В семье родился сын Петр. В 1959 год родился сын Михаил, а через год, о чудо, Трубецкие получают квартиру в доме на Линейном проезде. Две комнаты и кухонька, и настоящая ванна. 1961 год Андрей защищает кандидатскую диссертацию, а в декабре того же года на свет появился сын Николай. Семья – это ли не настоящее чудо, дарованное Андрею и Еленке за все пережитое ими вместе? Февральским вечером 1964 года в доме появляются родители с загадочным свертком, и старшие встречают младшего брата – Владимир. Все вместе, под одной крышей, бабушка, отец, мать, пятеро, мал-мало-меньше, трудно, наверняка, даже очень, весело. Еще как, нет ни одной семейной фотографии, где отец или мать выглядели бы мрачно или подавленно. 1968 год. Трубецкие переезжают на новую квартиру. Целых 4 комнаты. В доме, на улице, с веселым названием Лихоборские бугры.
И все это время, и в тесной квартире на Линейном, и на Лихоборах, и даже на летних дачных выездах, Андрей продолжает непрерывно работать. Вечерами, да и по ночам, подготовка опытов, лекции, рефераты, переводы, статьи и воспоминания. Февраль 1971 года Андрей защищает докторскую диссертацию. Для всей семьи, да и не только для семьи, это был праздник. А какие были праздники в доме у Трубецких? А сколько гостей бывало в доме? И не важно, что тесно, главное – весело. Голицын, Бобринский, Веселовские, Трубецкие, Перцевы, Тутановы, дядя Ника Розеншильд из Парижа. Всех и не перечесть. Каждое лето семья Трубецких выезжала на дачу. Сначала в прекрасное Звенигородское Луцуно, потом дальше вверх по течению Москвы-реки в деревеньку Власово. Андрей снимал на все лето домик, и как профессор он имел 2 месяца отпуска, у Еленки был 1 месяц. Но они устраивали так, чтобы 1 летний месяц вся семья была вместе. Ах, до чего же это был славный месяц! И счастье, что рядом родные и близкие, любимые и любящие. Елена Петровна Голицына, мать Елена, положившая жизнь на воспитание внуков. Анна Сергеевна Голицына, молитвы которой так поддерживали всех нас. Мария Алексеевна, Николай Алексеевич Бобринские, Всеволод Степанович и Мария Михайловна Веселовские. Екатерина Михайловна Перцева. Всем им и многим другим низкий поклон и сердечная благодарность. В 1978 год сбывается давняя мечта Андрея. Он покупает дом в селе Озерецкое Сергиево-Посадского района Московской области. Настоящую деревенскую избу, о которой мечталось ему всегда. Каким счастливым он стал, когда появился этот старый, но прочный, построенный руками мастера настоящий деревенский дом. Тишина и покой старинного села, домашний очаг, большая русская печь, гладкие тесаные бревна, тепло в зимние морозы и прохлада в летний зной. И земля, которую отец так ценил, с которой умел и любил работать. 1979 год. Все хорошо, но путь еще не закончен. Новый удар судьбы, удар страшной силы. Любимица семьи, родных и друзей. Умирает дочь Елизавета, проболев 3 суток. Суббота. Все дома, мама и бабушка молятся. Отец 40 минут делает искусственное дыхание, пытается спасти дочь. Он опять ведет бой со смертью. Смерть побеждает. И они, старшие, выдерживают этот удар, как когда-то держались все они вместе, старшие. Работал Андрей фантастически много. Просто немыслимо, как много ему надо было успеть сделать. В кардиологическом центре он руководил исследовательской лабораторией, читал лекции по физиологии и кардиологии аспирантам, принимал участие в работе высшей аттестационной комиссии и даже одно время возглавлял ее. В занятости своей невероятной отец успевал писать воспоминания. Медленно, подробно, правдиво. Пересиливая себя, заставляя память работать как механизм часов, а не как источник мрачных переживаний. Хотя чего ему это стоило? С начала 90-х годов большую часть времени Андрей и Еленка живут в Озерецком. В деревенском доме у отца свой рабочий стол, старинного дерева, с лампой под бумажным абажуром, старой печатной машинкой «Олимпия», с дорогими ему предметами, фотографиями, книгами, маленькими глиняными кувшинчиками, которые он сам, как древний гончар, мастерил и обжигал в печи.
Отец работал за столом, мама раскладывала свои архитектурные чертежи в соседней комнатке. И так вместе они трудились. Гуляли по селу, в церковь, в леса. Мама рисовала отца акварелью, карандашом. Когда приезжали к ним в Озерецкое сыновья, одни или с семьями, а то и с друзьями, отец всегда ставил самовар. Мама накрывала стол к чаю, и были это моменты разговоров, душевности необычайной. 1997 год. Выходит в свет первое издание воспоминаний, что для Андрея имеет огромное значение. Он сам выбрал название книги из послания апостола Павла к римлянам. «Пути неисповедимы». Сам подбирал и комментировал фотографии. Отец продолжал работать над воспоминаниями, будучи уже безнадежно больным, но несгибаемым и твердым в своем труде. Успел закончить задуманное и оставил всем нам свои воспоминания о жизни, достоинстве, стойкости и чести.